Всех приветствую на канале «Мистика рядом. Паранормальные истории». Меня зовут Роман. Я занимаюсь исследованием феномена электронного голоса, сокращенно ФЭК или ЭГФ. Многие не верят в этот феномен. Я тоже был таким же скептиком. Но чем дальше изучая феномен электронного голоса, тем больше убеждаюсь в его существовании. Если у вас есть желание, то можно ознакомиться с ЭГФ на просторах интернета. На этом сеансе транскоммуникации я еще раз решил провести спиритический сеанс с душой музыканта, певца и артиста Яковлева Олега Рамсараевича. Прошлый сеанс прошел очень удачно, были очень хорошие ответы. Я снова решил пообщаться с его душой и задать вопросы. Обычно я не провожу повторные сеансы, но в этот раз решил попробовать. Узнать, что из этого получится. Специально вопросы я не готовил. Что получилось узнать, смотрите в этом ролике. Прошлый сеанс с Олегом Яковлевым в описании под этим видео. Дорогие друзья, если вам интересна мистика, мифология и паранормальное, обязательно подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и ставьте лайки. А также делитесь этим роликом с друзьями, а я попытаюсь наладить связь с тонким миром. Здравствуйте! Есть кто на связи из тонкого мира? Тонкий мир, пожалуйста, дайте мне связь с Яковлевым Олегом Рамсараевичем из группы Иванушек Интернешнл. Олег Яковлев, это вы? Вы здесь? Вы на связи? Я к вам уже приходил, вы меня помните? Олег Яковлев, я могу задать вам несколько вопросов, пожалуйста. Олег Яковлев, скажите, пожалуйста, когда у вас появился талант к музыке? Олег Рамсараевич, скажите, пожалуйста, когда у вас появился талант к музыке? Поздно.
Олег Яковлев, скажите, пожалуйста, вам нравилась ваша работа? Олег Жамсараевич, скажите, пожалуйста, по какой причине вы оказались внизу? Олег, говорят, у вас была зависимость. Это правда? Это так? Олег, вы еще здесь? Вы на связи? Олег, скажите, пожалуйста, какие у вас были взаимоотношения с коллегами? Олег, скажите, пожалуйста, у вас было какое-нибудь хобби? Нет. Тонкий мир, духи, спасибо вам за общение. Я вас отпускаю. Идите к свету. Вот и закончился спиритический сеанс с духами. И вы все сами услышали. Кстати, призракам нельзя верить на 100%. И решать вам, верить в ЭГФ или нет. Не забывайте подписываться на канал, писать комментарии и ставить лайки. Спасибо за просмотр.